Здравствуйте, меня зовут Самоловов Самир, мне 17 лет, и я представляю волонтерское объединение «Лидер». Волонтерской деятельностью я занимаюсь уже давно и решил, что мое направление – это дети с ограниченными возможностями здоровья. Для этого я создал свой проект, который называется «Творить могут все». Он существует для того, чтобы дети группы ОВЗ могли развивать себя в декоративно-прикладном искусстве. Грант на реализацию этого проекта я получил на конкурсе «Твоя инициатива. Путь к успеху». Реализация проектов происходит в несколько этапов, основной из которых – это непосредственный контакт с детьми и их родителями. То есть я прихожу к ним домой, приношу с собой материалы, из которых мы что-либо делаем, либо рисуем, показываем родителям, родителям это нравится всегда, потому что раз за разом у детей это получается все лучше и лучше. Вот, например, с одной девочкой мы поставили цель сделать 1000 журавликов для того, чтобы любая мечта могла исполниться, как говорится в китайской легенде. Первые были очень трудные, очень. Но сейчас уже где-то к 100-му, к 150-му, наверное, все уже идет гораздо проще. Аппликации из пластилина тоже стали гораздо лучше. Помимо занятий с детьми ОВЗ, я также помогаю пожилым людям, помогаю решать экологические проблемы, провожу различные акции и мероприятия, посвященные здоровому образу жизни. Проектной деятельностью я начал заниматься год назад, и мой первый проект сразу же получил финансовую поддержку. После я участвовал во многих тренингах и семинарах об обучении и написании проектов, и на одном из них меня консультировала Екатерина Формальнова. Я считаю, что накопил уже достаточно большой опыт для того, чтобы смог помогать другим людям в написании проектов. Помимо волонтерской деятельности, я также активно занимаюсь общественной. Провожу различные мероприятия, пою на сельских праздниках, участвую в театральных постановках, в которых наша школа и наша команда занимают либо призовые, либо места победителей. Также участвую в муниципальных и областных фестивалях, корпоративных фестивалях. Еще я помогаю КСЦИОНу, то есть я работаю в детском лагере для социально неблагополучных детей, который проходит каждый год летом. В рамках смены мы проводим профилактические беседы, помогаем детям посредством арт-терапии, проводим различного рода конкурсы и состязания, начиная от раскраски рисунков и заканчивая до спортивных состязаний. Со всеми детьми, требующими особого внимания, у меня очень хорошие отношения, и они часто приходят ко мне для того, чтобы спросить совет или просто поговорить. В заключение хотелось бы сказать, что саморазвитие нужно каждому, ведь подниматься в гору гораздо труднее, чем катиться с нее.